Я не знаю, но сейчас мы посмотрим. Но это все, видать, к этому Хилтону относится, скорее всего. Да? Посмотри, здесь яхты какие стоят с этой стороны. Опа, спокойно. Спокойно. Ага. Чисто для этого отеля. Ты смотри, как они сильно сделали. Вот этот отель идет. И здесь уже для яхт место, стоянка. Вот это нормальная тема. Но здесь номер стоит. Смотрел это, сколько стоит? 220-250, да? Да, чисто частный. Сейчас пройдемся. За отель Хилтон здесь. Находимся сейчас на Мальте. Вот с той стороны как бы идет улица. Такая арка, вот сюда вниз спускаешься. И здесь очень интересно сделано. По плане, что с той стороны машины могут подъезжать, а с этой стороны уже эти яхты. Такая вот интересная тема. Да, они все здесь четкие. Ну да, мне нравится, что верхний этаж, видишь, какой большой. Угу. Будь здоров. Там чихает он. Что продает? Не понял. Лодки продают. А, лодки. А, вот эти яхты, да? Угу. Сейчас посмотрим. Сколько стоит? 900 тысяч евро. Вот эта яхта. Ничего себе, 900 тысяч евро. То есть, в общем, миллион за миллион евро можно вот такую вот яхту взять. Класс. Прекрасно. Это такая маленькая, кажется. А, это другая уже, это 199. Другая? 190 вот, 200 тысяч. Это мелкая. Ага. Вот у нас 199 внутри, ага, получается. Как в купе, да? Это... А, за 200 штук уже другая совсем, да? 200 штук тоже немало. Ага. Она нормальная кровать? Круглая. Ну, все равно прикольно. Есть кровать, по крайней мере, я думал, нету. Ага. А вот это 145. О, это еще меньше, да. Это вообще малюська получается. Угу. Ну, цена у нее не слабая, несмотря на то, что малышка. Да. Ну, а что внутри? Она резиновая. Да, да. Это... А, вот тоже. Тут уже не кровать показывает, мотор. Да, такой кровати, наверное, нет. Это говорит о том, что не новая. Вот это 45 тысяч вообще. А? Вообще дешевая. Да. Она старуха. А. 1967 года, представляете? Ничего себе. Она хотя бы двигается, интересно. Мотор, видишь, показан тоже. Ага. А, мотор серьезный. 1900. Так это 45 тысяч евро стоит. Да, это она есть, да? Ага. Вот она. Нос. Нос, да. Ну нормально за 45 штук. Он спать нельзя. Хотя должно быть. Это 10. За 10 тысяч евро. 95-го года, не такая старая. Ага. Но это чисто такая прогулочная. Да. Здесь вот кататься. Да. По речке своей, на своем пруду. Конечно, цены, наверное, завышенные. Ага. Как этого рядом с Хилтоном продают. Так, следующее. О, вот 138. Ну, это такая парусник. Да, вот это вообще блатная. Смотри, какая парусник. Самое лучшее же, когда парусник. Ну, это парус надо, представляешь, постоянно ты проезжаешь куда-нибудь, там мост, тебе надо специальное разрешение, там, то ли его покупать, то ли что, чтобы они открыли тебе мост. Потом ждать надо полдня, пока там проедет машина, чтобы тебе открыли мост. Из-за паруса? Да. А когда так моторка раз под любым мостом проехала и спокойно. Это сколько стоит? 28. Volvo Penta Engine, это у него этот мотор 97 года. Ну, покажите, что внутри, нам не интересен мотор. Мотор мы посмотрим, если нас заинтересует лодка. Ну, это понятно, она тоже такая полупрогулочная. 28 тысяч, ага. 48. Ну, вообще, у него здесь очень много предложений. Угу. Валом здесь предложений. Притом, если а дорогие... Здесь кровати за 48 тысяч. 2004 года новая. Угу.
Классно. Да. Такие вот эти, вот они здесь тоже. Все лежат. Пойдем. Если у них сейчас ДДО, у них только дверь закрыта. А на самом деле они в любое время могут принять ваш звонок. Ага, ага. Вот тут уже такая солидная пошла, 800 тысяч практически. Да, да. Ну, естественно, 2009 года. Я не думаю, что здесь у них очередь стоит, что дверь у них закрыта была. Пойдем. В общем, понятно, все залям, одним словом. Яхту надо брать. Вот эти? Ну, может быть, кстати, почему нет? Где-то же они стоят. Ну, смотри, как сделано. Ага, это как в стиле валетки сделано. Да-да. Видишь, такая... Под местную старину, в принципе. Как этот крепость, такой, да. За которой охранил. Ну да, тут в стиле валет его построили, видишь, такой. О. Водичка стоит. Здесь огромный комплекс, огромный. Чтобы ты мог тут жить и никуда даже не уходить. Да, да. Ну, каждый день по 200 евро платишь. В месяц сколько? 6 тысяч евро. Ну, совсем мало. У кого есть, совсем мало. Совсем ничто. Ну, а так, в принципе, заехать можно и лодочку купить. Ну, за 6 тысяч евро лодочку не купишь, только какой-нибудь. Развалюху. Купишь, это просто в этих магазинах не купишь, а так купишь. За 6 тысяч евро велосипед, он стоит 5 тысяч евро у них здесь. А-а-а. Или сколько он стоил? 3 тысячи евро. Ну, купишь, в любом случае, за 6 тысяч. Какую-нибудь, да. Какую-нибудь. Конечно, это не будет вот такая. Это какую-нибудь, вот, это мотор, развалюшка, который они пока... Развалюшка будет. Который они показывали. Вот такие тут красивые эти лодки. Какая одна, другой лучше. Даже не знаешь, какую выбрать. Да. Мне, например, очень... Так закрадывается сомнение, не знаю, как ее выбрать. Ты не завалялся помоги, случайно? Помоги, пожалуйста. Миллион за пазуху. Как только выберу себе лодку, сразу куплю. А вот видишь, валет. Вот там. Ага, да, там нормально. Но это видать, большая, так видно, что новая. Она побольше. Не очень. Там несколько кают, я думаю, штук 6. Посмотри, какой комплекс это здоровый тут. А вон какая классная тут. Да, комплекс здоровый, огромный. Вот видишь, сразу, когда построено что-то и сделано с качеством, ты ощущаешь себя в этом месте по-другому, да? Всем ну, приятнее, да. И чисто здесь, и пахнет вкусно. Ну, здесь потому что деньги крутятся большие. Деньги-то. Пушка стоит даже. Защищает, да. Браконьеров, которые хотят набраться. Да. Это вообще такая прикольная прогулка. Для пенсионеров. Для завтрака пенсионеров. И для этих. Для контроля. И Венера. Там сверху такие диваны. 75-й Венера. А тут уже так много в кают. Можно всех друзей взять, сказать. Всех все не поместится в такой. Всех моих. А, твои. Давай,
красиво, мне кажется, можно заворачивать там дальше тупик. Да? Тупик, думаешь? Тупик, вряд ли там тупик. По идее, там не должен быть тупик. Не выпустили никого. Ну да. Скорее всего. Ну пойдем посмотрим. Тупик, не тупик. Видишь, у них тут свой причал получается, угу. Закрыт. Ну они всю эту территорию полностью. Заплатили. Все, их, да, нормально. Нормально, отельчик. Вот такой должен быть отельчик. Правда, я не знаю, какие номера, но если брать, если здесь такие же номера, как в том, который за 130 евро. В любом случае, пятизвездочный отель, он всегда пятизвездочный. А, он пятизвездочный? Да. А, ну тогда. Пятизвездочный, он, мне кажется, не может быть плохим. То есть там всегда должен быть хорошее качество. Но эти все же говорят, что здесь эти ужасные отели. Ну, пятизвездочные не должны быть. Просто пятизвездочных мы не жили, да, поэтому трудно сказать. Ой. Посмотри, здесь вода внизу вообще. Не очень прикольно здесь идти, да? Еще эти штуки болтаются. Если шторм, так. То ага. Тоже уже гуляют, просматривают. А здесь одни итальянцы, видите? Они все сицилийцы. Да, все сицилийцы, друзья, здесь собрались. Вот, сицилийская сходка. Что-то здесь непонятное, мне кажется, здесь на самом деле тупик. Может, в обход? Здесь эти спасательные какие-то лодки стоят. Такси, водное такси. Мы тут не выйдем, если мы поползем через забор. Ну пойдем тогда обратно. Через забор не будем ползти. Так, друзья, пока выключаюсь. Находимся на Мальте. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.